Карина Юрьева хочет привезти самолетом с Казахстана саженец сливового дерева. Какие документы для этого необходимы? Начальник отдела фитосанитарного надзора Россельхознадзора Хакасии Валентина Колмакова пояснила, что в Россию можно ввозить саженцы, которые выращены в зонах, свободных от карантинных объектов. Другими словами, на территориях, где нет вредителей и болезней растений. Корни саженца нужно освободить от почвы, а также получить фитосанитарный сертификат Казахстана. По прилету в Хакасию Карина должна сообщить о саженце Россельхознадзору, принести растения к ним на досмотр и получить акт карантина санитарного контроля. Он выдается бесплатно. Если девушка этого не сделает, то получит штраф от 200 до 500 рублей, ведь все растения, перевозимые через границу, отслеживаются.